Мы продолжаем отвечать на вопросы, которые вы оставляете на официальной странице «Школы ремонта» в социальных сетях. И сегодня я расскажу Светлане Солнце о том, как правильно расставить мебель в гостиной, чтобы было удобно и красиво. В комнатах правильной формы, квадратных или прямоугольных, используют классический симметричный способ расстановки мебели. В качестве центра симметрии может быть диван, камин, картина на стене или даже журнальный столик. В этом случае мебель располагается зеркально относительно оси симметрии. В помещениях нестандартной формы лучше использовать асимметричный способ расстановки мебели. Здесь главное соблюсти баланс формы и размеров. Ни в коем случае не ставьте всю тяжелую громоздкую мебель в одну часть помещения. Чередуйте большие шкафы с торшерами, а тяжелые кресла с журнальными столиками. И тогда все будет гармонично. У вас остались вопросы, у нас найдутся ответы. Школа ремонта, мы всегда на связи.